3D-голограмма, пирамида, дисплей-проектор, видеостенд универсальный для смартфона, стойка для микрофона, 3D-пирамида на телефон. 90 центов стоит, выполнена из пластика, тут есть присоска. Может быть, кто-то из вас уже с этим сталкивался, потому что штука не новая, прям очень не новая. И какого-то практического применения особо нет, ну, может для ребенка заинтересовать, показать такую некую магию. Вот так оно, по идее, должно выглядеть, как на картинке. Включается ролик, прислоняется это к телефону. Что я вам рассказываю, давайте покажу. И вот так оно у нас выглядит. Кстати, нет никакого QR-код. Какой-нибудь надо было бы здесь поместить вот продавцу, чтобы было бы удобнее. Взять сразу это видео, найти, скачать и попробовать использовать. Вот такая вот присоска. Тут есть защитная пленка. Ну и в итоге таким образом оно у нас выглядит. Вот сам телефон. Здесь пирамидка. Сейчас включу свет, покажу. Но для того, чтобы было лучше видно, нужно выключить полностью свет. И получается, я снимаю горизонтально. Правда, теряется фокус. Вот у нас медуза, акула. Ну, выглядит интересно ребенку показать. Может быть, немножко как-то удивить, заинтересовать. Неплохо. Вот у нас без света. Вот так это выглядит со светом. Ну, в принципе, когда свет включен, тоже все разборчиво понятно. Кстати, раньше я видел их без присосок, а тут есть присоска. Ну и, наверное, так даже удобнее. Да, свет даже выключать не надо. Потом, конечно, задача снять эту присоску. Кстати, планета. Вот. И вы просто вводите в поиск там видео для голографической 3D-пирамиды. Есть очень много различных вот видео. Оно довольно простое, просто оно дублируется 4 раза со всех сторон. И получается в этой пирамидке все сбоку вот так вот видно. И, ну и пирамидку, конечно, нужно выровнять. Но даже вот такую вот кривую я поставил, и все работало. Может быть, для кого-то даже открыл что-то новое. Ссылка, если что, в описании, на экране два ролика. Подписка в круглише. Вот здесь. Пока.